свободен от любви, от земли и от тоски. Друзья, посмотрите, какая красота, какие виды. Мы с вами сегодня будем смотреть на Таруда Фэмили, который находится прямо на берегу Черного моря. Вот он, пляж, в 5 метрах от границы этого отеля. Внизу мы видим аквакомплекс, в котором плещутся детки. Этот отель современный, классный, с скрытым бассейном, который работает круглогодично. Топ место, чтобы приезжать отдыхать со своей семьей и привозить их в наше любимое Витязево. Ждем вас. Ну а сейчас давайте познакомим вас с самим отелем и расскажем о том, что здесь и как происходит. Что можно поесть, где свой пляж. Покажем спа-комплекс, супер номера с самым крутым туалетом, который я видел когда-либо. Друзья, прошу вас в гости. Друзья, мы стоим перед самим отелем. Здесь вход по браслетам и сидит охранник на входе. Поэтому вы можете спокойно отпускать своих детей. Они будут всегда на закрытой территории. А теперь поподробнее обо всем. Здесь гости отеля по настилу отправляются на пляж. А мы через тротуар проходим в сам отель. Как вам и сказал, доступ по браслетам, тротуар вдоль всего фасада и также высажены деревья, которые в дальнейшем вырастут и будут создавать прекрасную тень. Гостей в отеле отдыхает много. Прикладываем браслет, срабатывает, заходим. С правой стороны от входа имеется многомойка, где после пляжа вы можете смыть песок. Далее мы видим с правой стороны аквазону, в которой отдыхают люди под зонтиками и на шезлонгах. Такой аквакомплекс для детей, где на прорезиненном покрытии они будут здесь бегать и веселиться. Есть и разнообразные брызгалки, и ведро набирается, переливается. Ну и бассейн этот круглогодично с подогревом. Сработало ведро и кайф, прям ух, брызги летят, классные. Здесь горочка, сейчас поднимемся наверх и весь этот аквакомплекс увидим с этой высоты. Первая горка такая маленькая для деток и она уходит в детский бассейн, который с грибочком, тоже с подогревом. Вокруг него видим шезлонги, мягкие диванчики, которые входят в стоимость, на которых вы можете отдыхать. Далее есть вот такая вот винтовая, на которой могут покататься не только дети, но и взрослые. И выходит она уже во взрослый бассейн. Катание деток здесь контролирует спасатель, который постоянно мониторит, чтобы все было хорошо. Ну и видно весь аквакомплекс чуть поближе. Понеслись, ребятки. Один, второй, третий. Та-дах! Весело и задорно. Возле бассейна имеется точка дополнительного промежуточного питания. Здесь имеются снеки, которые вы можете взять себе под пиво и другие прохладительные напитки. Очень удобно возле бассейна этим воспользоваться. Крепких алкогольных здесь нету, так как они раздеваются в стекле, и возле бассейна стекло нельзя. Их я вам покажу в другом месте. Возле бассейна также имеются душевые и санузел. Детки здесь отдыхают с большим удовольствием. Это вот то, о чем я вам всегда говорю, что у нас отели все семейной направленности. Можете сюда приезжать со своей большой семьей, бабушки с внуками. Здесь помимо шезлонгов есть и скамеечки. Места, в принципе, достаточно. Сейчас при полной практически загрузки отеля, вы видите, что шезлонги свободно имеются. Я думаю, что это очень важный показатель. Ну а вот пришла аниматор, чтобы поиграть с детками. В каком великолепном костюме. Как это круто выглядит, ребята. Они будут играть в водное поло. Благо тут команды, я думаю, наберутся. Молодцы, когда аниматоры вживаются настолько в роль. Здесь мы с вами наблюдаем бассейн. Ну а с правой стороны находится еще одна зона отдыха. Здесь место для курения со скамеечками и пепельницами. Также можно разрисовать разнообразную керамику. И вот тут, наконец-то, в тени находится на прорезиненном покрытии детская площадка. Подписчики писали, что ну как так там, вот все не в тени. Вот вам, пожалуйста, в тени современная классная площадочка для ваших детей. А также есть тренажеры для поддержания себя в физической прекрасной форме. Посмотрим, как это получится у Оксаны. Сможет ли она свой поп поднять после такого количества шведских слов? Кому-то надо меньше есть. Она думает, что она неправильно делает. Короче, что-то не так. Это будет топ-контент. Это она просто, я же говорю, сильно попу отрастила. Ну ты сам еле это делаешь. Вон как ручки напрягаются. Молодец! Ура! Пошло! Здравствуйте, я аниматор отеля Таруда Фэмили. Приглашаем вас в наш отель.
будем развлекать ваших детей и вас, так как у нас проходит очень много разных мероприятий. Например, сейчас проходит водное поло для детей. Также у нас вечером проходят пенные вечеринки и заказные артисты выступают у нас вот здесь, вот на главной площади. Приезжайте к нам, мы будем вам рады. Пойдем вовнутрь и посмотрим, что еще скрыто внутри отеля. Конечно, не хочется покидать эту зону аквакомплекса, в которой играет музыка, веселятся дети, но все-таки надо рассказывать дальше. Теперь о зоне ресепшена. Во-первых, можно отметить, что здесь очень хорошо оформлено меню, по которому вы можете передвигаться, то есть помечены все места для посещения. Сам ресепшен большой, просторный. Здесь он работает круглосуточно, проходит заселение, расселение гостей. Также есть консьержская служба, а в ту сторону выход по парковку. Сейчас мы видим, как аниматоры играют с детками в разнообразные игры. Вот, конечно, костюмы у ребят мне прям очень радуют, выглядит это круто. Здесь с девочками рисуют. В общем, каждому свое развлечение. О, пришел парень, сейчас тоже подключится к ним. С правой стороны промежуточное питание сейчас работает. Здесь дополнительная зона отдыха. Добрый день, добро пожаловать в наш отель. Выход на парковку, она находится с другой стороны отеля. Парковка за отдельную плату, но для людей с ограниченными возможностями имеется и пандус, и парковочные места абсолютно бесплатно. Режим работы ресторана Caruda Family Resort and Spa. Завтрак с 7:30 до 10, промежуточное питание с 10 до 12, обед с часа до 3, промежуточное с 3 до 5 и с 6 до 8, ужин с 8 до 10, происходит поздний ужин, приходите. Также внизу нарисован план мероприятий, которые происходят здесь, сейчас, сегодня. Вот, активность для детей мы видим и в бассейне, и здесь, которые идут прямо сейчас. Заходим. Смотрим сам зал. Друзья, очень красиво оформлен. Такие спокойные пастельные тона. Можно обратить внимание на мебель. Мягкие, удобные кресла. С левой стороны и справа у нас кофемашины. Они работают постоянно с достаточным выбором всяких вкусняшек. Наливай. Горячий шоколад. Да? Протестируем его здесь. Мест для того, чтобы усесться, достаточно. И давайте посмотрим, как выглядит промежутка сейчас. Сладкие булочки, куриный бульон, наполнители к нему, а также каша. Каша у нас геркулесовая на воде и каша манная. Я хочу манной каши. Есть еще хлебушек. Также на обед вы можете попросить налить себе пиво, либо для детей лимонад или колу. Из алкогольных напитков это вина местных производителей, сладкие, полусладкие. Есть ром, джин, водка, виски и напиток. Вот такой прям интересный табаско с медом, настоечка. Далее здесь готовится блюдо дня и есть вот такой вот перекус, на который есть и бургеры, и фри, пицца, сосиска в тесте, осетинские пироги, блинчики с творогом, также запеканка и омлет. Мы будем пробовать бургеры, о которых мы уже очень давно мечтали. Также для вас могут приготовить, если вы попросите, ну, мы хотим яичницу. А что не так попробовать? Каждый день имеется блюдо дня, которое отдельно готовит повар. Все, яички готовы и добавляем их на тарелочку. Представьте, как могут обрадоваться ваши дети, получив свежую яичницу. Спасибо большое. Также есть сладость, также есть разнообразные соленья и свежие овощи. Огурцы, помидоры, грибочки маринованные, капуста цветная и морковка со свеклой. Есть соусы разнообразные, сладкие добавки и также на майонезной основе. Из напитков молоко, йогурт, кефир и ряженка. Есть холодильник с мороженым и сухие завтраки. И очень важно, что есть детское питание для самых маленьких. Вам не придется об этом заботиться, когда вы приедете сюда на отдых. Возле кофемашины имеются сухофрукты и шиповник напитки. С другой стороны чайная станция с набором чая в ассортименте. Чай Гринфилд. Также можно заварить себе чайник с набором чая. Здесь их тоже два. С другой стороны имеется напиток каркаде. На наш поздний завтрак с Оксаной. Бургеры, картошечка фри, маночка и шоколад. Вкусный? Кайфово, да? Мы нашли шоколад в кофемашинах. Как надо рекламировать картофель фри? О, хрустит. Вкусно? Быстрое поедание манокаши. Без комочков, кайфовая, вкусная. Оксана решила доработать бургер свой и засевывает туда яичко. И смотрите, круто. Какая красота получается. Так. Класс. Пробуем. Ага.
вкусно. Я не буду экспериментировать, я попробую отдельно классическое яичко. Вкусное, свежее, пожаренное при вас яйцо. Идеально прожаренное. Так что повару большой респект и спасибо за вкусняшку. Бургер тебе понравился? Да. Бургер зашел прям в удовольствие. Хочу отметить соусы. Тоже очень классный вкус имеет. И с картошечкой фри мы замусали два. Это класс. На сладенькое мне Оксана принесла блинчик. Самое обидное осознавать, что через час тут будет обед. Ура! Очень классно наблюдать, как детки с промежутки берут всякие разные вкусняшки, приходят сюда дальше с аниматорами играть. Мы перекусили довольно-таки плотно, просто что-то оголодали. С утра у меня было две фотосессии, на которые вас я приглашаю, ребятки мои. Можно теперь дальше пройтись по остальным локациям отеля. Сейчас я вам предлагаю осмотреть спа-комплекс. К спа можно спуститься либо на лифте, то есть в своих номеров выходите, спускаетесь, либо если вот как мы находимся на ресепшене, пройдемся пешочком. Информационный табло, как я вам говорил ранее, показывает о том, куда нам с вами надо двигаться. Цокольный этаж. Тут лестница с антискользящим покрытием. Очень удобно. Здесь во всем отеле вот такие вот оригинальные светильники. Смотрится это тоже очень стильно. Заходим. Здесь впереди игровой комплекс. В этом комплексе платные. 50 рублей игра. Ребенок покупает жетон и играет во все эти автоматы. Также есть бесплатные. Здесь имеется футбол, настольный теннис, который вы можете поиграть. Также здесь находится детская комната. Детей вы можете сюда приводить с 4 лет под присмотр педагога. И они могут здесь находиться. Здравствуйте. Здесь очень много игрушек. Есть детские столы, телевизор, которые могут дети поразвлекаться. Также такие домики, пуфики. Также есть вот такая зона отдыха, когда непогода. Здесь можно с детками поиграть, провести какие-либо мероприятия, посмотреть какой-то киносеанс. То есть очень удобное место для времяпровождения. И есть свой спортзал. Тоже большое пространство. Имеются тренажеры. Выглядят они очень симпатично. Зеркала вокруг. Ну что, Оксана, давно выбрала себе полегче. Велотренажер, гантели. В общем, позаниматься базовыми процедурами здесь вполне себе возможно. Если захотеть, можно даже прокачаться и приехать таким красавцем обратно к себе домой. Видно, что она в спорте всю жизнь прям, да? Куда бежим мы, ребята? Если я сейчас упаду, конечно, будет просто огонь. Девчонки, мы готовились к этому лету, чтобы встретить вас хорошими, накачанными. Приезжайте, мы вас ждем от души. Я прям сейчас дрыжку улетел. Кайф. А дальше, после спортзала, на цокольном этаже расположен спа-комплекс. Здесь, помимо разнообразных спа-процедур, здравствуйте, вы можете получить и также сауны, бассейн и другие расслабляющие вещи. Все полностью вы можете узнать на сайте, ребятки, какие процедуры здесь есть. Но сейчас давайте пройдем в парные. Выходим. С левой стороны у нас душевые. Я хочу лично от себя отметить, в этом отеле везде очень вкусный аромат, прям мне нравится. Здесь есть шкафчики, они работают по браслетам, зеркало, фен, а также санузел. И выходим в сам спа-комплекс. Здесь есть бассейн, подогреваемый, с подсветочкой, а также разные бани. Допустим, это русская баня. Ух, какой здесь жар, друзья. Ее можно поддавать, париться. Русская для многих, в прошлый раз я показывал одном из комплексов финскую, сказали, русская нравится больше. У меня сразу цепочка прогрелась, чувствую, как быстро набирает. Противопоказания, показания, все здесь. Инфракрасная сауна. Эта зона выглядит вот так вот. Следующая солевая баня. Мне солевая нравится больше всего, потому что здесь самое полезное, ты когда сидишь и прям чувствуешь, как она попадает тебе на кожу. Прям очень-очень круто. В общем, солевая здесь есть. Детки пришли, тут была зеленого цвета подсветка, сейчас голубая. Говорит, какая зеленая водичка. Вот теперь она цвет поменяла. Здесь есть еще душевая и три хамама. Справа сидушка, слева лежачок. Ух, какой классный пар. Идем в следующий хамам. Здесь у нас такая угловая зона, чтобы можно было посидеть и паром продышаться. И
Третий хамам. Также имеются показания и противопоказания. Здесь большая столешница. Бассейн здесь прогревается до 27, то есть вполне себе комфортно после баньки будет туда занырнуть, друзья. Сейчас все это будет добавляться еще и на 7 этаж, на тот крытый бассейн, в котором мы сейчас с вами и побываем. Массажный кабинет и косметология. Очень просторное, светлое пространство. Массажный стол здесь очень удобный, тип поднятия для ног, и он очень широкий. Ну, массажист здесь работает с большим количеством сертификатов и наград. В цокольном этаже находится караоке. Заходим, смотрим. Здесь уютное помещение. Можно выбрать алкогольные напитки более крепкие за отдельную плату. Также есть паровые коктейли, набор разнообразных соков и питание. Тут очень красивая подсветка, особенно в вечернее время, когда вы будете здесь находиться. Работает она с 8 вечера до 2 часов. Приходите, спойте с компаниями. Поднялись на 7 этаж. Раньше он был открытым. Сейчас здесь делали крытый бассейн с подогревом. Такая красивая фотозона справа у меня. И выходим. Посмотрите, какое пространство получилось. Здесь бассейн просто зеркальный. И он практически обрывной. То есть небольшой бортик только отделяет его от моря. И снять супер фото, видео, особенно с закатом, можно будет. Видите, включили подсветочку и посмотрите на эту красоту. Оксана пожалела, что не взяла с собой купальничек, сказала бы, искупалась здесь с удовольствием. Детская зона, далее идет взрослая большущая зона, и бассейн работает круглогодично, то есть можно приезжать в зимний период времени и с невероятно красивым видом на море здесь отдыхать. С левой стороны реализуются сейчас дополнительные парные, душевые, с правой стороны будет фитозона, по прямой у нас есть бар, на котором вы можете прикупить напитки с 12 часов дня, он уже начинает работать. Там разнообразные алкогольные, которые не входят в ультра все включено. Они тоже здесь есть в наличии для вас. И давайте подойдем поближе к обрыву, чтобы посмотреть на пляж. Мне всегда интересно, а где все гости? Вот одна семья всего лишь пришла на этот великолепный бассейн наслаждаться. Ах, какова красота. Вид на аквакомплекс внизу и на собственный пляж и наше с вами море. Пишите обязательно в комментариях, как вам вот эта красота. Мне будет очень интересно узнать от вас. Пожалуйста, ребятки уже вовсю купаются в бассейне. Круто смотрится и приятно, что здесь можно отдыхать, черт, то есть круглогодично. В холодное время года, допустим, на майские праздники у нас было прохладно, и те люди, которые сюда приехали, они как раз-таки участвовали на этой территории в мероприятиях. Это пенное шоу, другие развлекательные, возле бассейна разнообразные активности. То есть это очень удобно, то, что вы можете развлекаться независимо от погоды. Вот мы с вами познакомились со всеми активностями этого комплекса. Сейчас я вам предлагаю подняться, посмотреть, какие номера здесь. Перемещение по этажам осуществляется с помощью лифтов. Лифты такие большие, просторные, удобные. Поехали. Мы находимся на 3-м этаже, смотрим видовый номер, стандарт, двухместное размещение плюс доп. Для ребенка. Заходим, свет у нас включается по картам, здесь также можно указать на уборку номера, либо не беспокоить по электронному табло, которое отобразится здесь снаружи. С правой стороны у нас место для того, чтобы переобуться, стоит софа, далее идет шкаф, в котором наполнение, дополнительное одеяло, халаты, сейф, полотенца, тапочки, набор для обуви, швейный набор. Во втором отделении у нас плечики, доп. Одеяло, гладильная доска и утюг. Далее у нас просторный номер, как я и сказал, он видовый, углом здесь сделаны окна, но со шторами blackout, очень красивое оформление номера, здесь мы видим бокс с высоким толстым матрасом, с левой стороны от кровати доп. Место для ребенка, тоже очень широкое кресло, по бокам стоят прикроватные тумбочки, сверху дополнительное освещение бра. Номер, в котором вы будете спать и видеть море. Мы причем находимся невысоко, всего лишь на 3-м этаже. И панорама просто фантастическая. Мы находимся в 5 метрах от пляжа, ребят. Это топ-отель. Здесь у нас такая панель. На ней стоит приветственное шампанское, набор воды, чайная станция. Также есть холодильник, сверху висит телевизор, дополнительная подсветка. Кондиционирование в номере центральное. Здесь вы можете указать температуру, которая будет поддерживаться в вашем номере. Выходим на балкон. Балкон здесь с видом во двор и на море. С правой стороны сушилка для вещей, с левой стороны стол, два стула. И обратите внимание, какая здесь идиллия. Работает мини-аквапарк и шикарный вид на море.
на свой пляж. Смотрим санузел. Здесь он большой. С левой стороны имеется огромное зеркало, дополнительное зеркало, подсветка, раковина, набор полотенец с логотипом. Есть телефон, мыльные принадлежности, полностью абсолютно все, которые вам только надо. Полотенцесушитель, под ним унитаз, еще доп. Полотенце для ног. Душевая зона большая, с мыльными принадлежностями и тропическим душем. Стоимость проживания в этом номере 12 тысяч. На двоих дети до 5 лет бесплатно. Также есть скидки для ребят, которые на СВО 20% и длительное проживание, если вы приезжаете от 10 ночей. Уточняйте все по номеру телефона или на сайте. Коридоры, друзья, хочу тоже показать. Вот, смотрите, по прямой мы видим море. Вот здесь находятся лифты. Насколько здесь светло, просторно и хорошо. В коридорах также работает центральный кондиционер. То есть передвигаться будет так же комфортно, как и в ваших номерах. Третий этаж, номер люкс, двухкомнатный. Смотрим с вами. Здесь доступ также по картам. Освещение включается по карте. Мы ее предварительно вставили. Световая карта выдается на постоянной основе, чтобы у вас всегда работал кондиционер в номере. С левой стороны у нас имеется место для хранения. Здесь у нас расположен доп. Одеяло, подушка, плечики, утюг и гладильная доска. Набор швейных принадлежностей, пакет для грязного белья и обувной набор. Далее идут тапочки, холодильник, доп. Полотенца, халаты и еще доп. Одеяло. Смотрим номер далее. У нас раскладывающееся кресло и раскладывающийся диван. Возле него есть две прикроватные тумбочки, на которых стоит телефон и изголовье. Диван раскладывается, здесь удобно разместить пару человек. По правой стороне у нас ростовое зеркало, софа, на котором можно переодеться. Здесь такие вот полочки декоративные и большая столешница. На ней у нас расположена приветственная шампанское, набор водички, чайная станция, кофемашина, микроволновая печь и стоит кресло. Над ней расположено зеркало и телевизор. Также имеется выход на видовый балкон. Вид, конечно, даже с третьего этажа здесь потрясающий. С правой стороны имеется сушилка, стол, два стула и вид на аквапарк и наше великолепное, прекрасное, манящее море с ее пляжами и дюнами. Отсюда прям хочется выйти и пойти отдыхать. Причем мне почему-то хочется даже не туда к морю, а куда-нибудь вот туда под тень деревьев, плохо серебристого, сидеть, вкушать эти ароматы морские. Красота, ребят. Я прям от души по-белому вам всем завидую, кто сюда приезжает на отдых. Отдельная изолированная комната для размещения двух человек. Здесь много всяких нюансов. Ребят, вы при бронировании все уточняйте. Так же, как и цену мы называем ее. Она на сейчас. Динамическая здесь цена. Если вдруг начинается большой спрос, цена вырастает. Двухспальная кровать, очень хороший матрас, как и во всех номерах. Можете посмотреть, насколько он упругий. У нас цель, чтобы посадить Оксану и показать, насколько он проминается. Все потом меняется, подготавливается после нас заново. Возле кровати прикроватная тумбочка, изголовье. Здесь три подсветки. Это барашки, есть тумба и рядом с ней кресло. Во всех комнатах у нас центральное кондиционирование. Регулировка происходит в каждой комнате. Самое важное, что с этой комнаты вы также можете смотреть на море. Открывается окошко, шикарный вид. Ну а с левой стороны имеется еще одно зеркало. Также по доп. Местам вам, если надо, добавят еще. О всех нюансах уточняйте, пожалуйста, на ресепшене. Очень важной особенностью всех люксов является наличие в санузле большой ванны. Унитаз, телефон, полотенцесушитель, полотенце для ног, тропический душ, мыльные принадлежности, большая ванна. Здесь у нас полотенце и мыльные уходовые принадлежности для вас. Фен, доп. Зеркало, большое зеркало и подсветка к нему. Красота, не так ли? Отдохнуть в этом номере вы можете за 23 800. Цена за двух гостей по системе ультра все включено. Если ребенок до 5 лет, то бесплатно. Друзья, мы сейчас с вами посмотрим очень крутой номер. Называется апартаменты двухкомнатные. Почему крутой? Потому что здесь каждого окна видно море. Мы находимся на 6 этаже. С правой стороны при входе есть софа. Над ней имеется ростовое зеркало. И здесь у нас зона кухни. С левой стороны место для хранения. Освещение также включается по карте. Регулировка температуры в этой комнате и соседней. Смотрим наполнение шкафа.
С левой стороны до одеяла, плечики, гладильная доска, есть утюг. Посередине находится сейф. Здесь расположен швейный набор, пакет для грязного белья. Далее тапочки, полотенца, вот такие прекрасные халаты и до одеяла. Напротив шкафа кухонная зона. Здесь на столешнице есть микроволновка, кофемашина, чайная станция. Под ней холодильник. С левой стороны приветственное шампанское, набор водички, ну и посуда, которая вам может понадобиться. Проходим далее. Комната разделена у нас таким переходом на вторую зону. С левой стороны раскладывающийся диван, имеется стол, два кресла, напротив еще одна столешница, под ней кресло, сверху зеркало, телевизор. Здесь есть выход на балкон, который смотрит во двор. С левой стороны место для сушки вещей, с правой находится стол и два стула. Отсюда вид на море, пляж Витязева еще круче. Ну и, конечно же, на аквакомплекс, который внутри, уже веселит детей. Мы видим, как народ тянется на море и обратно. Прекрасные дюны Витязева. То, из-за чего сюда приезжаете вы. После балкона направо мы проходим в изолированную комнату. Она, ребята, с панорамным остеклением. Здесь и влево бассейн, и прямо у нас море. На море можно смотреть с кровати. Возле кровати прикроватные тумбочки. Также управление кондиционированием в этой комнате. Телевизор. Ну зачем телевизор? Ведь мы попросим Оксану, чтобы она открыла окно. Ребят, это просто нереально круто вот с таким видом спать. Матрас упругий, классный, прекрасный. В номере все великолепно. Очень спокойные, хорошие тона. Приезжай, отдыхай. Любимая страна в такие номера. Желаю, чтобы у всех была такая возможность у нас. С этой комнаты, чтобы вы понимали, есть выход тоже на свой отдельный изолированный балкон. Здесь также стол, два стула. Ну, еще лучше вид, потому что мы стали немножко ближе к морю. Красота. Ну а теперь изюминка этого номера. Вы не поверите. Санузел. Это без всякого сарказма, ребята, туалет моей мечты. Санузел моей мечты, чтобы более красиво звучало. Оксана говорит, если бы мы в таком номере приехали на отдых на день рождения, мы бы из номера, наверное, не выходили. То есть здесь такая джакузи, или как правильно, ванна с панорамным видом. Вы можете сидеть и смотреть на море. То есть, ну что может быть круче просто? Оксана уже придумала тот сценарий, как она типа лежит, уже принимает ванну, говорит, ну так хочется и попробовать, продегустировать это. Причем ванна большая, комфортная, крутая. Напротив, просто нереальное большущее зеркало, две раковины, есть доп. Полотенца, мыльные принадлежности, фен, доп. Зеркало. Абсолютно все, о чем вы только можете подумать. Если вам ванны мало, то здесь еще и душевая кабинка и инсталляция. И здесь температура регулируется отдельно в этом номере. Полотенцесушитель, доп. Полотенца. Ну, в общем, абсолютно все, ребят. Ну, вот это, конечно, просто изюминка. Я в Телеграм выложил видео вот с этим санузлом, сказал, это туалет моей мечты. Я еще никогда такого не выкладывал. Это очень круто. Друзья, стоимость этого номера 30 800 рублей. Здесь всякие дополнительные услуги есть, ранние заезды. Вы уточняете, еще раз говорю, все, пожалуйста, по номерам, которые мы вам оставим в описании и в названии видео. Вид смотреть, просто нет слов. Мы видим море, принимаем ванну, там можем поставить сюда шампанское приветственное, там, либо другие напитки, чай, кофе, кто любит. Я бы каждое утро ходил бы в эту ванную, потому что это невероятно круто. Если вы где-то видели круче ванны или санузлы, пишите. Буду рад от души. Может, конечно, где-то на обрывах, на скалах оно прям море, но здесь для меня самый крутой вид, то, что ты сразу видишь дюны, а потом уже полоска моря. То есть самое любимое, что есть в моей жизни. По этажам можно передвигаться помимо лифтов, также по лестницам. Они из мрамора, широкие, большие, с красивым остеклением. Дорогие мои, мы находимся на шведской линии обед. Сейчас я вам покажу, как он выглядит непосредственно в отеле Каруда. Кофемашины, чайные станции, набор разнообразных напитков. Вы видели, первое блюдо с правой стороны. Здесь у нас говяжий бульон. Вау, впервые видим наполнители для нее. Следующее у нас суп с фрикадельками и солянка. Я уже думаю, ты поняла, что я буду солянку. Идем дальше. С левой стороны у нас
разнообразные соленья, салаты и грибочки, и помидорчики идет, прям подмаринованные, капуста, свежие овощи в салате нарезаны. И вот такая вот красивая нарезка из соленьев. Есть также морковка с свеклой, капуста цветная, маслины, горох, кукуруза. Маринованные, набор разнообразных масел и соуса. Также ряженка, кефир, йогурт, молоко и греческий соус цацики. Здесь соус красный, тартар, соус белый. Набор цитрусовые фрукты, это грейпфрут, лимон, апельсин. Нарезка и свежие овощи с зеленью. Ну, а также еще маринованная капуста и огурчики такие суточные. И помидоры целиком с огурцами. Теперь пойдем по горячим блюдам. Горбуша запеченная, вау. Следующий у нас гарнир, кабачок, морковка, котлета рыбная, окорочка жареная, утка запеченная, греча, гуляш из говядины, голень запеченная, вау, как она вкусно выглядит. Следующий у нас картофель отварной, здесь шашлык свиной, макароны, сердце свиное. Салат оливье, салат коулсоу, салат тбилиси, помидоры и огурцы. Еще один островок. Здесь вы можете налить себе пиво, кола, либо лимонад, а также вина местных производителей разнообразные. Ром, джин, также имеется водка, виски и настойка. А здесь сегодня повар готовит блюдо дня. Оно называется паста с морепродуктами. Каждый день что-то разное тут готовят для вас, друзья. И вы можете увидеть, как это все на ваших глазах происходит. Обжариваем лучок. Добавляются морепродукты. Все это тщательно на быстром огне замешивается. Ну и для красоты вам еще показывает свое мастерство. Свежие овощи пошли. Томаты, морковка, перец болгарский. Готовимся, ребятки, уже к подаче. Добавляем соевый соус, морепродукты с овощами. Думаем, ребята, блюдо практически готово. Осталось добавить только пасту и все. Укладывается. Какая красота. Если бы вам почувствовать в ваших городах этот аромат, вы бы были в восхищении. Красота. Выкладываем на тарелочку. Бальзамическим соусом все это украшается. Получается один в один? Спасибо. Спасибо. Есть соки и разнообразные вкусняшки. Я думаю, такие ваши дети, и вы прям любите сладости в наличии. Детские стульчики, все как и было. И пойдемте к фруктам. Мороженка. Сезонные у нас фрукты. Это персики, сливы, яблоки, груши, черешня. Аккуратно берем. Черешня вкусная. Сегодня покупал у нас по 350 рублей. И сухие завтраки, и смеси для самых маленьких детей. Здесь тоже есть. Тут можно приготовить себе тосты. Давайте посмотрим на сам зал. Он разделен на 4 зоны, такие, для которых можете посидеть. Стулья мягкие, классные, столы большие. Здесь вообще с видом на бассейн и на море. Вы как будто в топовом ресторане вообще в принципе находитесь. Ну а теперь, я думаю, что пора и продегустировать всю ту вкусняшку, которая здесь есть. Вот так вот выглядит наш обед. Пробуй. Это морепродукт. Ну то есть спагетти с морепродуктами. И рыбка, и мяско. Даже утка есть, друзья мои, с ананасами. Вот это круто. То есть тебе понравились морепродуктами вот это? И свежеприготовленное прям при нас. Я буду пробовать соляночку. Здесь явно видно несколько видов мяса. Как-то должно быть. Не как у нас там готовят, оно все одно похоже. Есть оливки, маслины, лучок, огурчик. Вот он, лимончик. То есть, ну все, абсолютно в солянке есть. Как в лучших ресторанах, ребят. Очень вкусная соляночка. Ну, мяско очень крутое, очень вкусно. Я решил добавить, что солянка топ. Повар, спасибо тебе огромное от души. Это было очень вкусно. Круто и свеженькое. Пробуем горбушку. Солянка, как тебе? Вкусно. Курица. Очень классный соус. Скунжу там. Еще утку, да? Ага. Она мягкая, хорошо сваренная. И куточки еще ананасики. Тадзики, дорогие мои, и пробуем шашлычком. Какой шашлык. Даже сквозь тадзики и тадзики очень свежий, классный. Шашлык просто тает во рту. Ребята подходят, сразу убирают все со столов. Можете увидеть, парень просто застеснялся камеры. Я уже устал пробовать, честно вам хочу сказать. Готовят стабильно, классно. Ни одно блюдо еще не было такое, что фу, что я съел. Если вам это нравится, берете. А я ем всю кухню. Я
уже, честно, устал. Я вес набираю. Это очень плохо, но очень вкусно. Это говядина. Распадает на волокна. Все просто великолепно и вкусно. Сухое забираю, это я очень. Да, конечно. Рыбку. Держись, как рыбка. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Слушай, какая рыбка вкусная. Рыбка кайфовая, да. Я не знаю, что это, Оксана. Она трясется. Прям как ты, когда видишь еду. Я вспомнил, как она пыталась свою попу поднять. Такой тропический прикольный вкус. Такие глаза были. Ну, забирай всю. Мне не надо пробовать. Ты сама скажи, вкусно или нет. Мне не обязательно. Кушайте на здоровье. Что это хоть было? Я не знаю, что это было, но это было вкусно. А мне, как всегда, хоть печенье. Песочная печенька. Ее даже отдать? Я, оно самое вкусное. Печенька очень вкусная. Осталось попробовать рулетики. Вкусно? Вкусные рулеты. Посмотрите, какие яблоки и груши. Кайф. Друзья, мы очень вкусно поели. Я беру с собой на дегустацию потом фруктов. Настолько все потом тяжело, а нам еще намоется. Но все равно. Спасибо кухне за работу. Спасибо всем официантам, пчелкам. Нам постоянно подходили, убирали посуду. Столы чистые, пустые. От души, ребята, всем спасибо. Вы крутые. Как тебе? Я наелась. Вкусно наелась. Спасибо. По традиции мы еще бросаем взгляд на раздачи. Даже рыбку, которую сразу разобрали, уже поднесли, ребята ее набирают. То есть все постоянно пополняется, и людям всего хватает. Места свободные и есть. Это при том, что уже прошло 40 минут. Всем приятного аппетита, кто еще здесь кушает. Ну, тем, кто нам говорит приятного, всем спасибо. Дополнительным местом для питания, времяпровождения служит здесь ресторан. За отдельную плату в Ultra All Inclusive он не входит. Смотрим, друзья, работает он с 11 до 0 часов, и здесь очень красивое современное оформление. Называется он «Неон». Работает кондиционер, вид на бассейн. Только что пришел мужчина, заказал себе коктейль, сказал, что все очень вкусно и прекрасно. Здравствуйте! Также отсюда кухня подается и на караоке, если вы там отдыхаете. Здесь можно посмотреть какие-либо футбольные, спортивные события. В общем, очень удобно провести время. Кухня здесь грузинская с уклоном на европейскую. В общем, любое вкусное, прекрасное блюдо вам приготовят. Но Оксана отметила, что здесь все, что надо для отдыха, есть. Большой выбор разнообразных напитков, коктейлей. В общем, все, о чем вы только можете подумать или знаете, для вас бармен приготовит. В вечернее время в отеле работает гриль-бар. Сегодня жарят шашлычки и делают для вас разнообразные вкусняшки из них. Подается это все на вкуснейшем лаваше. Людям очень нравится. Я думаю, что любители оценят. Свой пляж мы прямо отсюда видим. Видите, навес, вот эта дорожка, которая проложена специально для гостей этого отеля, выводит сразу же на собственный пляж. Тут близко, пойдем пройдемся. Чтобы посмотрели, насколько много здесь отдыхает детей. Какие лапочки сейчас отправятся на пляж. Все в халатиках, как так клево смотрится, друзья. На море здесь, как не близко, перешел дороги, ты уже на пляже. До моря здесь, ну, минута максимум, я думаю, две, друзья, засекайте. Буквально за 25 секунд мы дошли до дюн. Здесь великолепные деревья. Вид назад на сам отель. Как так клево смотрится, друзья. И счастливые лица людей, которые возвращаются с пляжа. И все, друзья мои, мы уже на пляж дошли. Посмотрите, какая огромная территория. С левой стороны у нас ВФВ. Это Волейград, волейбольные площадки. И здесь полностью вся инфраструктура с огромной территорией вас приветствует. Давайте знакомиться с ней поближе. С правой стороны у нас есть раздевалки и душевые. Что это перед морем, что после моря вы можете принять душ. С левой стороны, привет. Добрый день. Вы можете сходить в санузел, а также есть бар перекуса. Здесь вы можете получить разнообразные снеки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам приготовят сладкую вату, попить напиточки. Ну и, собственно, разнообразные печенки, сладкие булочки. Здесь наличие всегда. Также имеются напитки и водичка через фильтр, подогреваемая или холодная. За хороший отдых в классном месте.
Здесь, друзья, мы видим несколько линий теневых навесов, под которыми стоят лежаки, а также есть лежаки на солнышке. То есть вы сами выбираете, где вам отдыхать. Проходим далее, и до моря остается просто совсем чуть-чуть, так говорится, рукой подать. С левой стороны есть место, где вы можете отдохнуть и за дополнительные денежки прикупить каких-либо вкусняшек для себя и своих близких. Выходим на море. С левой стороны у нас тут водные аттракционы, есть массажные кабинеты. И также есть батуты. Я с утра сегодня наблюдал, как там мужик прыгал на этом батуте. Пляжную территорию перед собой убирают. Вкусный сок? Вкусный. Это самое главное, что чисто, классно и прекрасно. Сегодня у нас кайфовые облака, поэтому немножко полосит освещение, друзья. И вот оно море, которое вы ждете, которое вы любите и куда вы привозите себя и своих детей, чтобы здесь кайфовать и наслаждаться. Ну что-то на пляже людей вон ключево всегда гораздо меньше, чем тех, кто отдыхает на бассейнах. Такая тенденция, не я в этом виноват, шикарный пляж. Отсюда мы видим сам Каруда, вот он, рекламу на всю пляжную территорию, куда надо ехать отдыхать. А людей здесь не так уж и много. Тут где-то движуха пошла, Оксане прям зашло. Посмотрите, насколько здесь немного в этих местах людей, потому что сюда как-то не все доходят. Там Витязева много, в ту сторону с маршрутка приезжает, пляж на Венеру выходит, тоже большое количество. Ну, а здесь такой разрыв. Для тех, кто любит, как говорится, в большем одиночестве, отдыхать будет гораздо лучше и интереснее. 32 температура воздуха, и сейчас заменим температуру водички. Море 24 градуса. Я вам от души советую, приезжайте в Витязево, отдыхайте, наслаждайтесь максимум этим великолепным курортом. Витязево всех любит, ждет наших гостей постоянно. Вот мне радует сегодняшняя погода, обожаю, когда ты лежишь на пляже, смотришь, как полоска идет одна, другая, облака немножко притеняет, а потом осветляет наше побережье. Желаю, чтобы ваш отдых произошел великолепно, классно и прекрасно. И Витязево – это лучшие пляжи, лучшее место. А Каруда Фэмили показался как лучший отель для отдыха с детьми. Здесь больше 40% отдыхает детей единовременно, даже сейчас. Вот представьте, насколько его любят детки. А здесь ведь для них лучшая песочница юга России. И она вас ждет. Всем отличного и прекрасного лета. Ждем вас на югах. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. И от Оксаны вам видео с моря. Пока. Пока.
Эх, на самом деле даже уходить с этого пляжика не хочется. Насколько кайфово хочется с разбегу в море, и как вот эти люди оттуда не вылазят. Вот все время, пока снимал видео возле пляжа, они сидели там и никуда не уходили. Все, тех точно, пока. Ну вот это лучше. Реклама и красота.